Всем привет, ребят, меня зовут Уварова Вера. Кто со мной еще не знаком, если вы смотрите это видео, значит, вы в моей команде, либо в проекте «Вид территории». Хочу вам сегодня рассказать о регистрационной форме. Как сделать ее более эффективной? Ну, понятно, что здесь такие должны быть вопросы, что регистрационная форма вот здесь нигде не указано, да, что здесь ни к чему не обязывает, да, проверьте ваш имейл, может попасть в папку вам и так далее. Указан PIN, фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер телефона я опишу для чего, серия, номер паспорта тоже описываю для чего. Дальше, понятно, все остальные пункты, обязательно Skype, потому что без него работать невозможно, сразу есть ссылочка, где его скачать. И вот этот важный пункт, я считаю, нужно обязательно включать ссылку на любую социальную сеть для быстрой связи. Очень быстро, легко и просто можно находить людей в социальных сетях. У меня есть небольшой опросик, но сегодня я вам хочу рассказать об конце моей регистрационной формы, а именно об вот этой вот картиночке. Да? О том, что после отправки данных срочно найдите своего менеджера в Skype и Skype вашего менеджера. Вот эта вот картиночка очень увеличивает эффективность нахождения вас в Skype. Как ее можно сделать? Вы можете воспользоваться моими шаблонами. У меня есть вот такая девочка и вот такой вот мальчик. Да, можете вот просто сюда внести свой Skype, отредактировать, да, удалить и сюда написать ваш Skype. То есть тот Skype, который вы хотите, чтобы вас находили. Можете сделать свою картиночку. Очень легко и просто. Да, как обычно, презентацию, сюда вставляю картиночку, здесь пишу текст, какой мне нужен и так далее. Нажимаем файл, сохранить как. Я сохраняю обычно на рабочий стол. Тип файла выбираем JPEG. JPEG. И нажимаем сохранить. Наша картиночка сохраняется. Потом мы ее вставляем вот в регистрационную форму. Вот так вот легко и просто повышаем эффективность своей регистрационной формы. С вами была Уварова Вера. Ребят, будут какие-то вопросы, пишите. До новых встреч. Пока-пока.